Ну, для понимания просто, чтобы цифры были. Для понимания цифры следующие. Значит, автобус большого класса, ВИАЗ городской, многозамоторного топлива сегодня 18 миллионов стоимость. Электробус 48 миллионов, сам электробус, плюс зарядная станция, которая приобретается из расчета, одна зарядка на 4 электробуса стоит 20 миллионов рублей. Плюс расходы на технологическое присоединение к энергетической инфраструктуре тоже утяжеляет бюджет приобретения данного вида транспорта. Трамвай 80 миллионов рублей в среднем. Поэтому начинать реновацию транспорта лучше всего с автобусов на газомоторном топливе. Далее продолжать эту реновацию уже исходя из тех решений, которые будут наиболее оптимальными.